Здравствуйте! Программа «Школа доктора» в региональном сосудистом центре на базе Саратовской областной больницы. Сюда поступают пациенты с сосудистыми катастрофами, такими как инфаркт миокарда, инсульт. Здесь есть все возможности для самого современного лечения этих больных и спасения жизни. Хочу представить вам Ольгу Сергеевну Лобанову, руководителя регионального сосудистого центра. Здравствуйте! Добрый день, «Школа доктора». Ольга Сергеевна, расскажите, пожалуйста, все ли боли в сердце одинаковы и как понять, что страдает именно сердце? Ну, смотрите, когда мы говорим боли в сердце, наверное, правильнее использовать термин боли в грудной клетке. И, конечно, это самая частая жалоба, которую предъявляют пациенты. Причины, по которым возникают эти боли, они абсолютно разные. И какие-то из них достаточно безобидные. Какие-то более серьезные и требуют уточнения и обследования. Ну и самую верхнюю строчку занимают такие сосудистые катастрофы, как в первую очередь инфаркт миокарда. Сегодня мы с вами попытаемся понять, что отличает каждый тип болей. Под болью в груди может скрываться и больной желудок. Абсолютно верно. Самая частая причина для боли в грудной клетке – это патология самой грудной клетки, опорно-двигательного аппарата. Сюда относятся и позвоночник, и ребра, и межреберные нервы, межреберные мышцы. Часто это объединяют одним термином – межреберная невралгия. Что отличает эти боли? Ну, они возникают где-то в левой боковой поверхности грудной клетки. Очень часто эти боли имеют связь с наклонами туловища, с поворотами. По характеру они колющие, простреливающие. Иногда пациенты говорят: у меня болит сердце. Как болит? Колет. Сил нет. Скорее всего, мы здесь обнаружим какую-то вот из причин невралгии. Для межреберной невралгии. Еще очень такой важный момент. Боль усиливается на высоте вдоха. Если попросить пациента сделать глубокий вдох, он, там, у него может появиться какое-то такое страдальческое выражение лица. Ну, то есть станет понятно, или он сам нам об этом скажет, что боль связана с дыханием. И очень важный момент, что при надавливании в том месте, где у человека локализуется боль, да, где он показывает, если потрогает сам человек или надавит доктор, то боль будет усиливаться. Настоящая сердечная боль от надавливания свою интенсивность не меняет. А что еще может быть, кроме невралгии? Еще, кроме невралгии, есть такая частая ситуация, когда воспаляются хрящи верхних ребер вместе их прикрепления к грудине. И в этой ситуации боль тоже локализуется слева от грудины, то есть приблизительно где-то в области сердца. И человек может подумать, что да, это болит само сердце. Здесь тоже есть связь боли с дыханием, да, то есть она может усиливаться в тот момент, когда человек глубоко вдыхает, когда человек кашляет или чихает. И тоже очень важный момент, что боль тоже будет усиливаться от надавливания. То есть человек может не волноваться, не бояться, что сразу вот у него инфаркт, если в сердце закололо. Да, то есть не любая боль в грудной клетке, она означает какую-то вот катастрофу, какую-то серьезную ситуацию, но тем не менее, наверное, каждая боль, особенно если она возникает впервые, требует обращения за медицинской помощью, потому что не всегда человек может сам разобраться в причине боли. И иногда бывает такая ситуация, что у человека есть и межреберная невралгия, но у него есть и какая-то более серьезная ситуация для боли в сердце. Врач это четко поймет, он отдифференцирует, отличит одну боль от другой, а человек, конечно, сам не сможет разобраться в этой ситуации. Но если доктор скажет, что все это закончится межреберной невралгией, то, в общем-то, можно выдохнуть. И, да, лечение будет необходимо, какие-то там физиотерапевтические процедуры, может быть, массаж, но, тем не менее, это не так серьезно, как некоторые другие причины. А какие еще причины могут быть для боли? Ну, на самом деле, заболевания органов желудочно-кишечного тракта, они тоже могут имитировать сердечную боль, они тоже затрагивают грудную клетку. Но в большинстве случаев они возникают в эпигастральной области, в области так называемого солнечного сплетения, обычно все знают, где оно располагается. И оттуда они распространяются на грудную клетку, то есть они как бы поднимаются вверх. Иногда, на самом деле,
Могут быть ситуации жгучих болей в нижних отделах грудины, и связано это не с заболеваниями сердца, а именно с изжогой, с поражением пищевода, когда идет заброс кислого желудочного содержимого в пищевод. Да? В норме у нас этого не происходит, в норме пища двигается из пищевода в желудок, а здесь происходит вот этот заброс. Часто это связано с наличием грыжи пищеводного отверстия диафрагмы. Здесь очень важным моментом является связь болей с едой. То есть, например, если это язвенная болезнь, да, боли возникают в эпигастральной области, боли могут возникать или после еды через какое-то время, или боли могут возникать, когда человек голоден. То есть так называемые голодные боли, после еды они на какое-то время уменьшаются, а потом возникают вновь. То есть вот именно взаимосвязь с приемами пищи даст понять доктору, что боль связана, опять же, не с сердцем, а с патологией желудочно-кишечного тракта. Когда же у нас сердце болит? Да, более серьезная ситуация, когда у человека имеется ишемическая болезнь сердца, которая тоже дает боли в грудной клетке. А что это такое? Сам термин ишемия означает кислородное голодание, да? То есть, значит, ишемическая болезнь сердца подразумевает то, что сердцу не хватает кислорода. И одна из главных причин, почему сердцу перестает хватать кислорода, это процесс атеросклероза. Они, в общем-то, развиваются с возрастом абсолютно у всех, но у кого-то чуть раньше, у кого-то чуть позже, у кого-то этот процесс более выраженный, у кого-то он не настолько серьезный. От чего это зависит? От образа жизни и питания? Это зависит от генетики, это зависит от того, что досталось с наследственностью, это зависит от возраста, как я уже сказала, с возрастом эти процессы более выражены, это зависит от пола. У мужчин атеросклероз начинает развиваться в более молодом возрасте. Ну и, конечно, образ жизни, да. То есть в основном все, что мы имеем там, с 50 годам, это связано с тем, какой образ жизни мы ведем. Так вот, в артериях, в данном случае в коронарных артериях, которые кровоснабжают наше сердце, можно посмотреть, да, само сердце, как оно выглядит, и... коронарные артерии, сосудистая сеть, красный, да, вот совершенно, да, верно, сосуд. Красная, да, по красным ниточкам, да, или по красным трубочкам течет артериальная кровь, она приносит к сердцу кислород. Когда у человека начинает развиваться атеросклероз, изнутри в сосудах начинают накапливаться различные вредные вещества, в первую очередь это холестерин. На начальных этапах вот этот холестерин, он представляет собой так называемые пятна, липидные пятна. Они не уменьшают диаметр сосуда, то есть никак не влияют на то количество крови и, соответственно, то количество кислорода, которое поступает к сердцу. Но со временем, особенно если, в общем-то, человек продолжает вести неправильный образ жизни, конечно, эти пятна превращаются в бляшки, так называемые атеросклеротические бляшки. И вот они уже существенно уменьшают диаметр сосуда, они уменьшают то количество крови, которое поступает по сосудам к сердцу, да, и, соответственно, в ответ на эту ишемию, да, в ответ на это кислородное голодание, сердце отвечает болевым синдромом. То есть в тот момент, когда у человека возникает именно сердечная боль, связанная с ишемической болезнью сердца, мы понимаем, что в этот момент вот это кислородное голодание, оно наиболее выражено. И это имеет свое название, заболевание стенокардия? Здесь есть несколько вариантов, да. Как бы более такой благоприятный вариант – это стенокардия. Это вот та ситуация, о которой я уже рассказала, ситуация образования бляшек. У стенокардии есть свои особенности. Во-первых, боли возникают именно в области сердца, да, не в левом боку, не в чаще не в эпигастральной области, а именно в области сердца, под грудью, под левой грудью. Или, да, вот здесь. Или могут они распространяться под левую лопатку, в левое плечо, в левую руку, вплоть до локтевого сустава, в левую половину нижней челюсти. Вот это типичное распространение бывает только в случае стенокардии. А если за грудиной болит? На самом деле очень часто сердце болит именно за грудиной. Многие пациенты считают, что за грудиной это где-то на спине, в области позвоночника, но это не так. Термин за грудиной, и иногда даже эти боли так и называют, загрудинные боли, они означают, что болит именно вот за этой костью, центральной костью на передней грудной стенке. С локацией мы разобрались, да? Это вот левая сторона, либо за грудиной. Угу. А какие еще признаки появления этой боли?
Ну, очень важная характеристика болей – то, что они сжимающие. Иногда пациенты прям используют такую иллюстрацию, иллюстрируют, они показывают, как сжимает в области сердца. Это очень тоже четкий момент, который позволяет врачу понять, что, скорее всего, то, о чем говорит пациент, это ишемическая болезнь сердца. Или иногда пациенты показывают это, как будто они затягивают галстук. То есть, когда эта боль локализуется в области грудины, она поднимается к горлу, она вызывает, дает как бы чувство нехватки воздуха, и вот это вот сравнивают с удавкой или с галстуком. То есть, сжимающие, давящие боли бывают и жгучие на самом деле, как вот в случае с изжогой, да, очень часто пациенты путают одну боль с другой. Иногда жгучую боль, связанную с поражением сердца, они принимают за изжогу, они пользуются какими-то средствами для того, чтобы устранить изжогу, и там спустя некоторое время понимают, что они им не помогают. А это после физических нагрузок? Значит, смотрите, очень важный момент, что боль в сердце, связанная с стенокардией, да, в первую очередь, она возникает не после физических, а в момент физических нагрузок. Почему? Потому что когда у человека есть нагрузка, у сердца повышается потребность в кислороде. Именно в этот момент она повышается. А у нас коронарные сосуды и так не могут обеспечить его достаточным количеством кислорода. Ну, или, может быть, состояние покоя все более-менее ничего, да? То есть то количество кислорода, которое сердцу нужно, именно это количество кислорода к нему и поступает. Но в момент физической нагрузки в организме развивается вот этот дисбаланс, и именно в этот момент, в момент нагрузки, возникает болевой синдром. Когда ситуация уже такая достаточно серьезная, боли могут быть и в покое. Что еще хочу сказать? Очень часто, когда спрашиваешь пациентов, связана ли боль с нагрузкой, они считают под нагрузкой что-то сравни марафонской дистанции. Да. Тренажеры. Да, тренажеры. На самом деле, когда мы спрашиваем, врач спрашивает про нагрузку, он имеет в виду любую нагрузку. Все, что не состояние покоя, когда человек просто сидит, все остальное – это нагрузка. Поднялся по лестнице, до магазина. Совершенно верно. Прошел из комнаты в комнату, и даже уже это нагрузка. Если человек за рулем ведет автомобиль, это тоже нагрузка физическая. Она небольшая, да, но тем не менее это нагрузка. Поэтому вот эта вот четкая связь боли с нагрузкой – возникновение боли в момент физической нагрузки, исчезновение боли в состоянии покоя или при приеме нитроглицерина или нитросорбида, да, так называемых нитратов. Для доктора это тоже будет являться диагностическим моментом, но это свидетельствует в пользу того, что это стенокардия. А она бывает разная? Да, не вся стенокардия одинакова. Стенокардия бывает стабильная. То есть это ситуация, когда все характеристики абсолютно одинаковые. Что я имею в виду? Что боль возникает при определенном объеме нагрузки. Допустим, всегда, когда человек поднимается на третий этаж, у него возникают вот эти боли. Боль одинаковой интенсивности. Допустим, она вообще очень типична для стенокардии, что она продолжается ни в коем случае не больше 20 минут никогда, а чаще всего она продолжается меньше. И вот если человек останавливается или принимает нитраты, она может пройти как бы гораздо быстрее за 3, 5, 7 минут. Если человек уже к этому моменту обратился за медицинской помощью, то, естественно, ему уже порекомендовали и рассказали, какие препараты он должен принимать постоянно, какие препараты он должен иметь с собой на случай возникновения приступа. Да? Это в первую очередь те же нитраты, которые оказывают в первую очередь симптоматическое действие. Но в какой-то момент ситуация может дестабилизироваться, то есть ухудшиться. Это очень важно, это очень опасно. И раньше вот эту ситуацию расценивали как прединфарктное состояние. Как доктор может понять, что у человека что-то изменилось? Изменится любая характеристика болевого синдрома. То есть если раньше у человека боль возникала только на третьем этаже, сейчас он начинает понимать, что боль возникает уже на втором, а может быть и на первом, а может быть даже и не надо подниматься по лестнице, а боль возникнет уже при ходьбе по ровной местности, даже в пределах квартиры. Да? А может быть боль возникнет даже в покое. И что еще более неприятно, в ночное время. То есть он может спать и проснуться, да, от боли? Да, он может спать и проснуться от боли. Болевой синдром – это проявление кислородного голодания в сердце. Если это возникает в покое, это, конечно, такой грозный предвестник какой-то такой надвигающейся катастрофы, ну, инфаркта миокарда в первую очередь. Помимо того, что может у человека уменьшиться объем той нагрузки, которая вызывает боли, у него может боль стать интенсивнее,
она может продолжаться, допустим, не 3-5-7 минут, а до 20 минут. Раньше одна таблетка нитроглицерина помогала ему и купировала боль, а сейчас необходимо 2, а может быть даже 3 таблетки. Раньше не было иррадиации, да, то есть она вот была в область сердца или за грудиной, а сейчас она появилась, боль отдает в плечо, в руку, да, о чем я уже говорила. И вот когда человек не придает этого должного значения, этой боли, и тогда, к сожалению, вот она ухудшается, 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 и когда-то случается инфаркт миокарда. Это, конечно, самая серьезная ситуация. А мы можем его предупредить? То есть вот если человек понял, что у него больное сердце? Конечно, да. Вот даже когда на стадии развития прединфарктного состояния, вот этой нестабильности стенокардии, да, когда у нас что-то меняется, если человек вовремя обратится за медицинской помощью, то необходимы более активные действия, там необходимы более такие активные препараты, которые предупредят, могут предупредить развитие инфаркта. Ну и кроме того, у нас там есть другие варианты, там есть возможность уже хирургического лечения. А вот может инфаркт внезапно случиться с человеком? Да, такая ситуация бывает. Иногда пациенты, которые поступают к нам с инфарктом миокарда, они рассказывают, что, допустим, за несколько дней до катастрофы у них появились боли в области сердца, связанные со стенокардией. На самом деле это так называемый подготовительный момент. То есть вот в эти, момент этих болей, которые возникают перед инфарктом за несколько дней, сердце немножечко привыкает к условиям кислородного голодания. И в тот момент, когда случится инфаркт, оно уже будет, ну, хоть чуть-чуть готово к тому, что оно осталось без кислорода. Какой-то участок сердца остался без кислорода. А вот когда инфаркт случается, что называется, на ровном месте, первый болевой синдром в грудной клетке, и это сразу инфаркт миокарда, вот здесь сердце не готово абсолютно, и оно тогда, конечно, страдает больше. При инфаркте все то же самое, что при стенокардии, но в десятки раз хуже, да? То есть боль интенсивнее во много раз. Это боль, когда человек не может иногда даже говорить от этих болей, настолько интенсивный болевой синдром. Если, допустим, человек уже знаком с нитроглицерином, принимал его раньше, и, предположим, раньше нитроглицерин купировал боль, то в данной ситуации он или не окажет никакого эффекта вообще, или на какое-то время, очень непродолжительная обычно, боль уменьшается, но потом она возникает вновь. Вообще характерно такое волнообразное течение боли, это тоже вот типично для инфаркта миокарда. Бывает, что возникает страх смерти. Человеку становится очень страшно, потому что это стресс, и в этот момент в организме вырабатываются гормоны стресса, адреналин, норадреналин, и вот они дают это ощущение какой-то тревоги. Даже вроде бы человек уже в больнице, ему оказывают помощь, но все равно вот они очень многие абсолютно непроизвольно, да, это вот такой неосознанный страх какой-то, именно связанный с вот этими гормонами. Надо сказать, что вообще инфаркт – это всегда боль больше 30 минут. То есть любая боль в грудной клетке больше 30 минут, она подразумевает какую-то серьезную катастрофу. Да. Как правило, вот мы должны с большой долей вероятности думать об инфаркте миокарда. В момент инфаркта, если вот мы с вами видим, да, это у нас чистый сосуд, хороший, без бляшки, а в момент инфаркта, поскольку, во-первых, есть атеросклероз и уже есть бляшка, а помимо этого на бляшку еще садится тромб. И вот тромб закупоривает полностью просвет сосуда, и, соответственно, кровь по такому сосуду, она просто перестает поступать к сердцу. Чем это грозит? Это грозит какому-то участку миокарда, что именно он останется без кислорода. Ну, а вот в условиях отсутствия кислорода клетки сердца могут жить не больше 30 минут. Поэтому, если болит больше 30 минут, значит, кислородное голодание больше 30 минут, да, у сердца, а в таких условиях клетки функционировать не могут. Этот участок погибнет. Вот что такое инфаркт миокарда на самом деле. А можно ситуацию спасти, если обратиться к врачу? Вот, конечно. Если человек поступает в стационар в первые несколько часов, то ему можно ввести специальное лекарство, которое этот тромб растворит. Ну и, конечно, последствия могут быть, но они будут уже не настолько серьезными, как если эти часы, золотые часы, провести дома. И тогда вот уже эту процедуру тромболизиса, то есть растворение тромба, будет делать поздно. То есть, чтобы совсем не было никаких последствий, ну, надо, наверное, попасть в первый час, что бывает очень нечасто. Тогда вот можно, наверное, полностью прервать инфаркт миокарда. Ну, если попасть через несколько часов, если провести тромболитическую терапию,
то все равно последствия будут намного меньше. А вот вы говорили про хирургическое лечение. Да. Сейчас это очень активно применяют, хирургическое лечение ишемической болезни сердца. В первую очередь оно показано тем пациентам, у которых случился инфаркт, которым ввели препарат для растворения тромба, но он иногда может подействовать полностью, да, растворить тромб. В некоторых случаях все равно необходимо какое-то хирургическое вмешательство, и тогда нам на помощь приходят рентгеноэндоваскулярные хирурги, которые сначала проведут пациенту коронарографию. Многие пациенты этого пугаются, на самом деле, когда они поступают к нам, и когда мы им начинаем рассказывать про то, что им сейчас предстоит вмешательство, они пугаются, для них вот эта вот фраза «операция на сердце», сразу, наверное, какие-то страшные картины, что когда разрез, большой разрез, да, они будут потом обездвижены, не смогут долгое время, наверное, вставать, передвигаться. На самом деле, такие операции есть, но в нашем стационаре, вот в первую очередь сейчас, не только в нашем стационаре, а, конечно, речь идет о коронарографии, это мини-инвазивная операция. Она проводится через прокол в бедре. То есть вот по боли это как бы боль от укола. Обычно в случае с инфарктом мы, наверное, 80-90% находим, особенно если это тромб имеет место, и пациенту, например, не провели тромболизис, да, потому что он поступил поздно, то есть тромб, он, скорее всего, остался. И в этом случае, конечно, мы идем дальше. Пациенту проводят стентирование, да, то есть вводят такую специальную пружинку, которая потом раскрывается, ну, как зонтик, может быть, и диаметр сосуда увеличивается. Кровоток восстанавливается, и сердце получает то количество кислорода, которое ему необходимо. И это тоже делается через прокол? Да, это тоже делается через прокол. То есть не надо делать никаких? То есть никаких, да. Может быть, прокол в руке через лучевую артерию, да, лучевой доступ, и тогда человек, ну, несколько часов после операции как бы рекомендовано соблюдать постельный режим, 2-3 часа, и после этого он может ходить, вставать, допустим, да, если это необходимо. А может через прокол в ноге, там постельный режим чуть подольше, чтобы не было кровотечения. Но это все тоже, в общем-то, максимум сутки. И никаких больших разрезов, никакой боли, в общем-то, при этом нет. А только при инфаркте нужно стентирование проводить? Нет, мы можем проводить, и нужно, точнее, уточнять состояние коронарного кровотока и вот в случае нестабильной стенокардии. Здесь мы можем предупредить развитие инфаркта, да, здесь он еще не случился, но вот это вот ухудшение в состоянии пациента, изменение любой характеристики болевого синдрома, оно говорит нам о том, что катастрофа где-то близко. А если у пациента ничего не болит, он может как бы сделать профилактику, прийти на коронарографию? И сделать коронарографию. Да. Ну, вообще, на самом деле, каждой процедуре есть свои показания, да, и не надо думать, что коронарография необходима всем. Поэтому, если у человека есть показания к коронарографии, показанием коронарографии все-таки в первую очередь является стенокардия, в первую очередь, да. Некоторым пациентам даже при отсутствии клиники делают такие процедуры. Когда? Например, пациенту планируется какое-то большое оперативное вмешательство. И для того, чтобы быть четко уверенным, что он его перенесет, даже при отсутствии клинических проявлений, может быть, там потребуется проведение коронарографии. Но вот это, наверное, одна из таких немногих ситуаций, когда у пациента ничего не болит, но мы выполняем ему коронарографию. Вот коронарография проводится на рентген-установке или компьютерный томограф? Классическая коронарография, да, то есть вот эта вот мини-операция, она проводится на ангиографической установке. То есть там есть рентген-аппарат и в операционной проводится. А есть другой вариант, которого, допустим, раньше в нашем стационаре не было, но сейчас такая возможность есть. Мы можем исследовать состояние коронарного кровотока пациента на КТ. Мы с вами можем видеть наш новый компьютерный томограф. Томограф самый современный, самого последнего поколения, который позволяет нам также оценить состояние коронарного кровотока, да, то, о чем я говорила, неинвазивная коронарография, КТ-коронарография. И наш доктор Елена Юрьевна, которая учила специально методики выполнения КТ-коронарографии. Это метод малоинвазивный. Предназначен он для проведения исследования, чтобы узнать состояние коронарных артерий пациента. То есть без проколов? Без проколов. Никакая не операция? Это не операция. Внутривенно вводится контрастное вещество, йодсодержащее, которое заполняет сосудистое русло коронарных артерий. С помощью этой методики мы можем увидеть сужение коронарных артерий, наличие кальция в просвете, а также стенка коронарных артерий, бляшек. А здесь мы что видим?
У данного пациента выполнено шунтирование правой коронарной артерии. И в данном случае нас интересовала проходимость стентов. Артерии проходимы. Вот на правом мониторе мы можем видеть просвет коронарных артерий, их протяженность и наличие или отсутствие бляшек или стенозов. Вот правая коронарная артерия, в которой, в стенке которой стент. То есть вот этот чуть более светлый, чуть более светлый участок – это стент. Стенты проходимы, мы это подтвердили на нашем исследовании. Также с помощью нашего метода можно построить 3D-модель сосудов сердца, как здесь. Мы можем покрутить, да, так как это необходимо, что, может быть, не настолько удобно сделать в обычной коронарографии. Да, да, то есть более объемные все структуры нам видны, все коронарные артерии. Противопоказаний к нашему исследованию немного. Это беременность, аритмии, тахикардии и аллергия пациента на йод. В общем, процедура безопаснее, чем обычная, потому что обычная, ну, как бы тем не, хоть это и мини, да, но операция. Но застентировать у вас не получится, да? То есть вы можете только оценить само состояние кровотока, а в общем поставить стент – это только наши рентген-хирурги. А мы можем посмотреть на пациентов, которые рассказывают? Ну да, я предлагаю сейчас тоже отправиться туда. Вот одна из наших пациенток, ей 61 год. Валентина Ивановна, расскажите, пожалуйста, с чем вы к нам поступили? Где-то 4 года назад у меня начались первые боли в груди, вот за грудиной. Наступила одышка. Идти я не могла практически более 10 метров. До этого вы ходили, да? Вы справлялись с физическим нагрузком? Конечно. Работала на приусадебном участке, ходила в магазин, занималась домашними делами. Все было как обычно. А вот боли сразу появились при ходьбе на 10 метров? Или все-таки сначала были какие-то более длинные расстояния? Нет, более длинные расстояния. Ходила я километр, тяжеловато было. А потом я доходила до такой степени, что мне 10 метров я прошла, я должна была остановиться, потому что у меня одышка. И нитросорбит под язык. Сколько вы ждали от момента возникновения боли и сколько прошло времени до того момента, как вы обратились к врачу? Я первый раз попала в кардиологическое отделение 4 года назад. Уже начинались боли. Вот. Мне порекомендовали сделать кранографию. Да? Я не трус, но я боюсь. Я поначалу это как отложили, будто отложила. Да? А что вас испугало? Расскажите, пожалуйста. Ну, знаете, ну как будто я не была готова. Когда ситуация изменилась? Полтора года назад. Очень сильно, да. Что случилось? Как вы почувствовали, что что-то изменилось? По ночам стали боли. Боли становились сильнее. А боли короткие всегда у вас? Сколько вот боли обычно продолжается? Нет, боли у меня длинные. А сколько болит? Знаете, даже до получаса у меня может болеть. Ну, до получаса. Да. Все-таки это стенокардия была. Длительного болевого эпизода не было. И инфаркт у вас, к счастью, не случилось. Значит, вы попали к нам, и через 3 дня вам провели коронарографию. Да, да. Скажите, пожалуйста, это оказалось страшно? Нисколько. Больно? Нисколько. Интересно? Интересно. То есть вы видели, да? Вы были в сознании. В сознании. Никакого все наркоза. Видела, все разговаривала. Доктора вам все объяснили, что конечно, они у вас нашли, конечно, да? Что они сейчас конечно, сделают. Да. И они вам поставили стент. Да, и чувствую себя прекрасно. Ну, хожу, гуляю. Боли не возникают. Боли нет. Мы с вами в пультовой, рентгеноперационной. Это, можно сказать, сердце нашего регионального сосудистого центра, потому что именно здесь происходит все самое интересное, чтобы помогать спасти пациентам жизнь. Смотрите, у нас то, что мы видим, это правая коронарная артерия. Вот она у нас такая длинная. В общем-то, иногда ее сравнивают с рыболовным крючком. И в норме она должна быть абсолютно одинаковая по толщине, да, по ширине. Но если проблема есть, а, конечно, основная проблема – это атеросклеротическая бляшка, в этом месте диаметр сосуда меньше. И мы видим это сужение. Совершенно верно. Вот такой вот, да, как будто бы перехват, там, как песочные часы, может быть, сюда необходимо имплантировать стент. Что, в общем-то, и было выполнено. И вот. Как после этого по-новому. Как после этого выглядит артерия, да? Она абсолютно ровная, она одинаковая по толщине. Вот еще одна проекция, тоже достаточно удачно, там такая длинная. Ну и, конечно, если до этого, скорее всего, имело место нестабильная стенокардия, то есть вот прям еще чуть-чуть, и просвет артерии бы полностью закрылся, да, и тогда бы случился инфаркт миокарда. Но благодаря тому, что в данной ситуации предупредили эту катастрофу, то, конечно, боли у этого пациента не будет, и инфаркта вот, ну, пока не будет, то, в общем и целом, все у него будет хорошо. Ну и может быть другая ситуация.
более серьезная, да, когда возникает инфаркт миокарда, и выглядит это вот так. Это та же правая коронарная артерия, которую мы только что видели. И посмотрите, какая она короткая вот у другого пациента. Почему она такая короткая, как вы думаете? Там, видимо, тромб. Да, совершенно верно. То есть там просвет артерии закрылся полностью. То есть там была бляшка, на которую сел тромб. И, соответственно, кровоток по этой артерии просто невозможен. Если эту ситуацию вовремя не устранить, да, как можно быстрее, то, конечно, последствия будут достаточно серьезные. Ну и вот она сама процедура стентирования, да, и вот какая артерия, мы сейчас видим ее полностью. То есть здесь диаметр артерии открыли, и вот она такая, какая она должна быть. А правда ли, что говорят, что инфаркт миокарда чаще всего случается в утренние часы? Ну, на самом деле, да, в этой фразе есть определенная доля правды. Действительно, сосудистые катастрофы, инфаркты, инсульты, они чаще всего случаются именно в ранние предутренние часы, где-то там 4-5 часов утра. Это не только инфаркты, но и инсульты. Во-первых, человек лежит, да, человек в состоянии покоя, у него сердце работает не так активно, кровь не так активно циркулирует по организму, она становится чуть более густой, да, но, соответственно, чуть более густая кровь – это тяжелее продвигается. Тяжелее продвигается, совершенно верно, и создаются условия для формирования тромбов, да, ну, как один из механизмов. Ну, а второй, наверное, более, на самом деле, значимый, это связано с изменением артериального давления в течение суток. Вот в норме у нас давление днем выше, да, потому что мы активны, мы работаем, наш организм функционирует, поэтому давление выше. В норме у всех людей, у кого повышается давление, у кого оно не повышается, но в норме ночью давление должно понижаться. Понятно, потому что мы отдыхаем, да? Но вот в эти самые ранние предутренние часы давление повышается. И поэтому именно в эти часы, да, вот в это особое время возникают сосудистые катастрофы. То есть это связано с повышением артериального давления. И вот современные препараты, которые назначают пациентам для стабилизации давления, они, как правило, производители всегда подчеркивают и стараются сделать такой период их действия, чтобы перекрыть ранние предутренние часы, то есть это 24 часа или даже, может быть, иногда сейчас 26-28 часов. То есть вот прием одной таблетки, ее хватит не только вот ровно на сутки, а даже чуть-чуть еще где-то затронет следующий день. Именно для того, чтобы перекрыть вот этот вот ранний предутренний подъем и не допустить развития, может быть, сосудистой катастрофы. Конечно, здесь не только это имеет значение, но вот это вот повышение артериального давления – это на самом деле очень мощный фактор. В следующей программе «Школы доктора» о последствиях нездорового образа жизни, подагра, ее симптомы, лечение и кто в группе риска. Смотрите в новом выпуске.